Добрый день, дорогие ребята и родители! Сегодня мы с вами прочитаем сказку «Мартышкин дом». Тот, кто не был в Африке, пусть не забывает. Иногда и в Африке холодно бывает. Можно даже в Африке промокнуть под дождем. Зверю даже в Африке нужен теплый дом. Есть у всех животных в Африке жилье. Разное, конечно, каждому свое. У кого домишко, у кого домишки. Нету только дома у одной мартышки. Наступила в Африке грустная пора. Ливень так и хлещет, льет, как из ведра. Льет без остановки, льет без передышки. Плохо в это время маленькой мартышке. Прячутся все звери дома в эту пору. Кто сидит в пещере, кто забрался в нору, кто в гнезде забился, кто залез в дупло. Хорошо им дома, сухо и тепло. Плохо, очень плохо маленькой мартышке. Ручки посиневшие спрятала под мышки, съежилась на ветке. Кашляет, чихает, а свирепый ливень все не утихает. Есть и у мартышки кое-какой умишка. Что же, я так мучаюсь, думает мартышка. Виновата в этом только я сама. Ведь у всех соседей есть свои дома. Я одна бездомная, это даже странно. Как-никак, а все же я. Я ведь обезьяна, я же человеку близкая родня. Будет непременно дом и у меня. Я получше прочих дом себе построю. Толстою корою я его покрою. Будут в доме окна, будут в доме двери. Будут мне завидовать все лесные звери. Да чего же хочется жить в своей квартире. Руки так и чешутся, сразу все четыре. Мне уже на месте больше не сидится. Ну, конечно, ночью строить не годится. Вот наступит завтра светлая пора. Я возьмусь за дело с самого утра. Так всю ночь мартышка думала, мечтала. Наконец и утро в Африке настало. Встала и мартышка, кое-как согрелась, кое-как умылась, напилась, наелась. А теперь, сказала, мы займемся домом. Только я сначала забегу к знакомым, нанесу им краткий дружеский визит. Дом такое дело, он не убежит. А знакомых в Африке много у мартышки. Всех не нарисуешь, не опишешь в книжке. В 10 мест мартышка разом поспевает. Всех, кого не встретит, в гости зазывает. Эй, вы звери, птицы! Завтра дом построю. Будем веселиться, будет пир горою. Завтра новоселье в доме у мартышки. Музыка и танцы, пироги и пышки. Приходите в гости, все, кому охота. Позвала тушканчика, жирафа, бегемота, зебру, антилопу, мышки и слона. Всех, кто не кусается, позвала она. Даже черепаху в гости пригласила и без опоздания приходить просила. Чтобы не успел остыть пирог капустный. Очень-очень-очень-очень-очень вкусный. Та дала ей честное черепашье слово быть без опоздания ровно в 6:30. И мартышка с нею ласково простилась. Смотрит. Вот так штука. Солнце закатилось. Обложило небо тучи грозовые,
И стучат по листьям капли дождевые. И опять на ветке зябнет обезьяна, кое-как прикрылась листиком банана. Кашляет, чихает, тяжело вздыхает. Как же это вышло? Ты скажи на милость, и зачем я с ними так договорилась? В болтовне известно никакого прока. Ну да ладно, завтра дом поспеет к сроку. Вновь настало утро, солнышко пригрело, от жары мартышка сразу разомлела, жмурится на солнышке и вставать не хочет. Рядом птичка. Рядом птичка ткачи у гнезда хлопочет, а внизу мышата ловко яму роют. Малыши термиты тоже что-то строят. Палочки, былинки тащат деловито. Эй, кричат, мартышка! Эй, вы там, термиты! Эй, кричит мартышка, эй, вы там, термиты! Что вы суетитесь, бедные козявки? Разве вам не хочется полежать на травке? Некогда, сестрица, надо торопиться. Мы свой домик строим, нам нельзя лениться. Дом в жару такую, да кому он нужен? Надо бы бананов поискать на ужин. Да и то успею, как-нибудь потом. Ночь палая плохо, отосплюсь-ка днем. Сон мартышке снится, снится новосельно, новоселье, будто бы в разгаре общее веселье. Птичий хор выводит звучные ролады, весело, игриво скрипачи циркады. Хорошо играет, прямо как по нотам. А она, мартышка, пляшет с бегемотом. Между тем и гости собрались к мартышке. Прискакал турканчик. Прибежали мышки. Прискакал турканчик, прибежали мышки. Бегемот притопал. Прилетели птахи, словно все явились. Словом, все явились, кроме черепахи. Где же дом мартышки? Нету и в помине. А сама хозяйка, словно на перине, спит на верхней ветке дерева мадуба и храпит с присвистом. Слушай, коли любо, гости удивились. Не поймут, в чем дело. Может быть, хозяйка сильно заболела? Эй, жираф, послушай, ты ведь всех длиннее. Распути мартышку, побеседуй с нею. Милая мартышка, я прошу прощения. Вы не отменили ваше приглашение? Говорит мартышка, не смутясь немало. Что вы, приглашение я не отменяла. Но ведь я сказала, приходите завтра. А теперь сегодня, так что погодите, приходите завтра. Кажется, понятно. Постояли гости и пошли обратно. Прозвучал сердитый голос бегемота. По домам, ребята, ну ее в болото. Да уж, это слишком. Вот и ведь мартышка. Видно, от мартышки не дождешься пышки, а она бесстыдница, только веселится. Как бы мне со смеха с ветки не свалиться, да чего я ловко всех перехитрила. Приходите завтра, я же говорила. А жила мартышка, не узнать мартышку, как она по Африке носится в припрыжку. С дерева на дерево ей везде дорога. То гримасы корчит, дразнит носорога, то хвостом зацепится, знай себе качается. Гляньте, мол, как здорово это получается. Но опять несется
в новые места. Весело живется, просто красота. Кто-то незаметно, как-то незаметно, время пролетело, как-то незаметно, небо почернело. Молния сверкнула, прокатился гром, охнула мартышка. «Батюшки, а дом?» Дома так и нету дома, а кругом все страшно, дико, незнакомо. Тьма все гуще, гуще, дождь все чаще, чаще. Хищники ночные где-то бродят в чаще. Лев рычит голодный, словно гром гремучий. Злобная гиена плачет и хохочет. «Ой!» – пищит мартышка. «Мне сегодня крышка. Надо добираться до знакомых мест. Тут меня, конечно, кто-нибудь да съест. Вы бы поглядели, как она помчалась. Да еще и так еще и в жизни бегать не случалось. С дерева на дерево, дикими прыжками. Так и гнутся ветки под ее руками. Так ее и хлещет по лицу лианы. Так и рвут колючки шкуру обезьяны. Сердце так и бьется. Началась одышка. Кто-то вдруг крикнет. «Эй! Постой, мартышка!» Бедная мартышка, задрожав со страха, шлепнулась на землю со всего размаха. Встала, отряхнулась, робко оглянулась. Кто же перед нею? «Тетя, черепаха!» «Я не опоздала? Где же дом? Где гости? Где пирог, мартышка?» Плюнула со злости. «Ты еще смеяться надо мной, мартышка, получай!» И в гостью запустила шишкой. «Что же было дальше?» – спросите у меня. «Так и ждет мартышка завтрашнего дня. Будет ли когда-нибудь у мартышки дом?» Говорю по совести, верится с трудом. Посвящаю книжку своему сынишке, чтобы он поменьше подражал мартышке. Видите, какая поучительная история про мартышку? Всех пригласила, нафантазировала себе про дом, а сама и пальцем не стукнула. Надо сначала сделать дело, а потом уже приглашать в гости. Поэтому лучше делать дела, а не просто фантазировать и мечтать. А сейчас всего вам доброго. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы и подписывайтесь на канал. До следующей встречи, друзья!